Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванчакалпатарувасакипасиндвевача Патитананг Павонебха Вайшнавебхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирам Яткипатамханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсите Вайпиявай Кесавасача Сна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритто норанча ива нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Шанкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти йокто Бхакти Прамодакша Джагодварана Дейям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витаттихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Биспуриджита кемапигабавадушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадам кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасадихи Гаура бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Гангатаранга раманийя жата калапам Гаури нирантара вибушита бхама бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджишва бадане Лакшмир джасвача вакшаши Джасвястихидай самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Наиват
Atmano Prabhurayam Nijalabhapurno. Naivatmano Prabhurayam Nijalabhapurno. Janam Abhidusho Vanito Venite. Jajjajjanu Bhagavate Vidadhi Tvamanam. Tachyatmane Patimukasya Jatha Mukhasri. Naivatmano Prabhurayam Nijalabhapurno. Manam janada vidusho karuno vinite jad yad jano bhagavate vidadhi tvamanam tachyatmane pratimukasya jatha mukhasri. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Jagadguru told, without developing sambandha gyan, you cannot start your bhajan. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Jagadguru told, without developing sambandha gyan, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что не развив самбандха гьяну, вы не сможете даже начать ваш бхаджан. И Шишила Бхактивинода Тхакур в киртане на Бенгале говорит такие слова. Как избавиться от абхимана, от ложного эго, это главное. Бхаджан может начаться, подлинный бхаджан, настоящий бхаджан может начаться позже, но сначала нужно как-то избавиться от ложного эго. Для обусловления души это сложная задача. И Махапрабху описывает подлинное «я» души, то, что все души, они вечные слуги Кришны, а слуги Кришны, они, по идее, должны служить своему господину Кришне, но многие забыли об этом. Но обычная практика такова – «дас» значит «слуга», он должен служить своему господину. И поэтому у нас есть такое представление о Дживататве. Но Махапрабху говорит о нечто большем. Дживатма может обрести высшее благо, наивысшее благо, которое крайне редко достижимо, иметь такие близкие отношения с Надананом Шри Кришной, иметь какие-то такие близкие отношения с Нарайной, конечно, может и можно, но всеми расами невозможно обмениваться, только двумя с половиной. И только с Нандананданом Шри Кришной можно иметь отношение в пяти видах рас одновременно. Как в основных расах, так и в второстепенных. Только и только. Это возможно только с Кришной. С Рамачандрой, Нарсимхой, Варахой, Нарайной это невозможно. Это в отношении в этих пяти видах рас возможно только с Бхагаваном Шри Кришной. А с остальными аватарами Господа всего лишь нескольких, но никогда не во всех и сразу.
Если у нас апракрита раса анубхути, такое чувство трансцендентной расы, если у нас оно есть, то тогда мы поймем, что среди всех рас наивысшая Мадхури раса. И Мадхури раса, она тоже разделяется. Есть свакия, паракия. И Махапрабху хотел показать, что паракия раса Гопи Бхарту, здесь значит Гопинат. Гопинат, он заботится о всех гопи, он защищает их. И вот здесь Гопи Бхарту, тот, кто вот, заботится о гопи, он известен под этим именем, он же Гопинат. И вот Гопинат, он защищает всех гопи и наслаждается всеми видами рас с ними все время. И Махапрабху, он указывает нам, показывает то, что для обусловленной души это наивысшая удача, наивысшая возможность. И вот Джива Сварупа, я говорил уже об этом, все дживы, у них есть какая-то определенная сварупа. И в соответствии с этим они обретают какую-то поддержку от различных саду в соответствии с своей расой. Например, у кого-то сварупа сакхи расы, естественно, он встречается с каким-то саду, который достиг совершенства в этой сакхи расы и получает вдохновение от них. Вот саду санга, она может дать нам поддержку, помощь, чтобы вы обрели вашу подлинную сварупу в вашем сердце. И вот, чтобы проявить вашу секретную сварупу, сокровенную сварупу, саду санга, она поможет. Разные дживы имеют разные виды сварупы. И в соответствии с этим они испытывают вкус влечения к общению, с саду похожего вкуса, похожих рас. И также у Мадхурасы, расе, можно опять же, не все достигают свакия расы, кто-то паракия расы или еще чего-то, как и я могу привести пример Шрила Кави Карнапура. Он в своей книге пишет Гоура Ганандеш Дипики. И все спутники Гуранги, кто они? Кто они вообще? И вот он, этот Кави Карнапура в Гора Ганадеша Дипике описал всех спутников Гуранги Махапрабху и их сварупу. Гурганаха здесь значит все спутники Гуранги, Удеш. Это вы хорошо объясняете название книги. То есть это книга значит описание внутренней сварупы второй формы спутников Махапрабху. Он описывает там все вечные сварупы всех спутников Гуранги Махапрабху. Как про Наротама Такура я уже говорил. У кого-то есть такое неправильное представление, кто такие паршады, а кто нет. Шрила Бхактивинода Такура родился недавно, всего 200 лет назад, но кто-то не может понять, почему он спутник Махапрабху. Это из-за
того, что нет понимания, кто такие спутники Махапрабху, как Наротам Такур. Он родился позже, уже после. Он даже физически не встречался с Махапрабху, когда он, в общем, не успел он получить даршан Махапрабху. Махапрабху уже ушел из этого мира, но что Наротам Такур все равно, он вечный спутник Верховного Господа, Гуранги Махапрабху. Он Чампакалата Манджари в духовном мире. И в Гора Лиле его вечная сварупа. А в Кришна Лиле его сварупа Чампакалата. И вот сейчас можно спросить, как это возможно? Та же самая сварупа. Если кто-то участвует в Гора-лиле, как мы знаем, например, что Гора-лила и Кришна-лила, они вечные. Кто-то может задать вопрос, как это возможно. Но я уже сказал, что как Гора-лила вечна, так и Кришна-лила вечна. И кто-то не может не понять, как возможно участвовать одновременно в этих двух лилах. Но это из-за вашего материального представления, из-за ваших материальных идей возникают такие вопросы, поскольку логика, она неприменима на пути к абсолютной истине. И вот Джива Госвами Пад пишет, то, что это как раз великолепие Гора Бхаджана, то, что если вы совершаете Гора Бхаджан, то тогда вы сможете присоединиться как к Гора Лиле, так и к Кришна Лиле одновременно, как бы только на пути Гора Бхаджана такое возможно. Если вы совершаете какие-то другие виды бхаджана, то ничего подобного не обретете. Максимум сможете участвовать в какой-то одной лиле. И вот Наротам Такур в одной форме служит в Гора Лиле, а в другой форме в Кришна Лиле. И как Гуранга и Рада Говинда. Гора и Гора Бхакта. Гуранга Мапу same with Радха Говинда. If I can say this way, Гуранга Мапу is Гуранга. So why not possible about our core devotees? Same thing. Если Гуранга Махапрабху это форма Радха Говинды, то почему нельзя сказать о его, также о его вечных спутниках? И таким образом Наротам Такур, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, в то же самое время он Манджари в Радха Говинда Лиле. В Гор Ганадеш Дипике. Кави Карнапур пишет. И вот там описывается, что Джагад Ананда Пандит, он Сатья Бхама. Сатья Бхама, Рукмини, они из Двараки. Шакти, Кришна Шакти, or why? 16,108. И вот у Кришны было 16,108 жен. 16,108 wives of Krishna. Simultaneously at the time Krishna going to marry there. Кришна одновременно женился на всех их сразу одновременно. И вот в Гора Ганадеша Дипике Кави Карнапур пишет, что Джагат Ананда Пандит, он
его форма в Кришналиле, это Сатьябама в Дваракадхаме. И вот в соответствии с этим это настроение, какое настроение? Такое влечение к Кришне. Я уже сказал раньше, что путь любви, он подобен зигзагу. Према, она очень прекрасна и часто очень запутана, что с первого раза сложно понять, что случается между Сатьябамой и Кришной или Радхарани и Кришной. Сложно найти конец и начало всего. Нужно глубоко разбираться в этом. И я уже говорил, что без Гуру Севы, без Самбанта Гьяны вы никогда не сможете начать баджан. Если вы пытаетесь служить Гурудеву Вайшнавам без Самбанта Гьяны, и тот уровень, на котором они находятся, он полностью отличен от того, где находитесь вы. Если вы находитесь на материальном уровне, то как вы сможете служить тому, кто находится на духовном? Или, например, Гурудев находится на четвертом этаже, а вы пытаетесь служить ему, будучи на первом. Если нужно отнести горячее молоко Гурудеву, то нужно, по крайней мере, подняться на его этаж и предложить ему это молоко. This platform and Guru Vaishnava here. Translate, there is, you cannot make up the gapping. You cannot make up the backing, gapping. To make up the gapping is called bhajan. И вот чтобы преодолеть эту разницу между нами и Гурудевом, это зовется баджан. Я говорю, чтобы очистить, улучшить ваш даршан. Как тигр, например, если смотрит на нас, он увидит в нас в качестве своего обеда. Когда я смотрю на вас, я вижу вас в качестве своей матери. И в этом разница между восприятием тигра и такой человека, который совершает баджан. Все творения Господа, начиная от малых, у всех свой даршан, свое видение, мировосприятие. Мировоззрение, если у них есть глаза, они видят этот мир, но в каком качестве? Баджан — это не шутки. Баджан настолько практичен, что я научно могу доказать все. Какие последствия принятия прасада? Кто-то может есть, но не просад, а еду какую-то где-то, непонятно где, в общем. И если кто-то будет есть просад, то, что было предложено чистым преданным и предложено Господу, то вы увидите огромную разницу. Вы увидите, что ваше сознание раскрывается, когда вы принимаете настоящий просад. Или если можно съесть какую-то еду от каких-то женщин легкого поведения, то увидите, что случится с вашим умом и сознанием, и почему люди не прогрессируют. Вот я могу привести этот пример, то, что едят, не принимают подлинного просада, поскольку не так сложно, не так просто найти. И таким образом, чтобы изменить ваш даршан, чтобы очистить, вот как в этой шлоке Шикшаштаке, Читодар Панамарджанам, говорится, что можно очистить зеркало своего ума с помощью санкиртаны.
И вот сейчас, если наше сердце пылает огнем, то как его потушить, если вы не слушаете Харикатху, вы не обрели связи с Садхугуру Вайшнавами? Как же спасти вас? Как мой Гуру Махарадж может спасти меня, если у меня нет связи с моим Гуру Махараджем? Если кто-то просто получил дикшу, то что это за дикша? Покажите мне ее. То есть некоторые гуру, которые гонятся за количеством, а не качеством, то их ученики, как правило, они мало того, что эти сами гуру не достигли такого осознания, то их ученики их подавно. Если у вас нет самосознания внутри вас, то что вы можете дать другим? Если вы сами не достигли самосознания, то что можете дать другим? Может, такие люди могут говорить о какой-то сухой философии, но что толку от этого? И вот дикша значит развить дивья-гьяна, божественное, трансцендентное знание, и можно обнаружить. И вот когда мы обнаружим на практике нашу связь с Гурудевом, то мы всегда, каждую часть секунды мы должны помнить Гурудева, и когда мы забудем его, то окажемся окружены майей. Мы всегда должны помнить Гурудева. Кто, кроме Гурудева, может защитить нас? Кто такой Кришна? Гурудев может дать нам знания о нашей взаимосвязи с Кришной. И поэтому и вот после того, как вы обнаружили вашу связь с Гуру Вайшнавами, нужно продолжать совершать баджаны, тогда дальнейшее осознание, оно придет к вам, ложные ганархи, они уйдут прочь, ваше сердце очистится, и вы сможете совершить какой-то ощутимый прогресс на пути Харибаджана. Но кто говорит правду? Часто можно видеть, что какие-то люди говорят какие-то красивые слова, чтобы привлечь публику. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это не так просто понять. И вот Бхактивинода Тхакур в Шичитане Шикши говорит в Джайва-дхарма Шичитане Шикшамрите можно найти или Бхактивинода Вани Вайбхаве. И вот там говорится под именем Саду, если вы слушаете каким-то непреданным, не саду, то есть такие люди могут своим сладким поведением заманить вас в ловушку и ограбить. И вот это их единственный инструмент, это просто какое-то красивое, сладкое поведение. Больше у них ничего нету.
И они просто заманивают людей в ловушку, и в итоге люди оказываются обмануты. Если Гуру Вайшнава как-то жестко разговаривает с кем-то, то это тоже милость. И Кешав Госвами Махарадж, он вспоминал Шрилу Прабхупаду после его ухода и говорил, кто же еще может назвать меня глупцом. Мы не должны ожидать какого-то уважения, почтения в адрес, свой адрес от Гурудева. И в тот день, когда мы будем ожидать уважения и почтения от Гурудева, это наш такой последний день перед смертью. Духовный Гуру Махарадж может обмануть нас, если мы не искренне. Но не все смогут это понять. И таким образом у меня нет права говорить об этой высокой философии, если у меня нет прямого осознания всего этого. И вначале всего мы должны развить нашу сабанта-гьяну с Гуру Вайшнавами, потом начать баджан. And within this sadhusanga there is, you know, so many calculation. Preliminary sadhusanga. И вот внутри садусанги тоже много подробностей. Сначала быть там основная садусанга, потом принятие дикши от садгуру. Если вы думаете о каком-то красивом поведении, о каких-то внешних вещах, как красивое поведение, как какие-то, ну, какие-то другие такие материальные аспекты гостеприимности и прочего. То есть если мы оцениваем Гуру Вайшнавам только по этим критериям, то это глупо. И вот смотрите. О Джагатананде Пандите я сказал, что Джагатананда Пандит, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Как Джагатананда Пандит в Гуралиле, и тот же Джагатананда Пандит, Кави Карнапур говорит о нем в Гуру Ганадеша Дибике. Он говорит, что он Сатьябхама в Кришна Лиле. Почему? Поскольку Сатьябхама, она часто гневалась на Кришну. Ее гнев был сладостен. Даже за какие-то мелочи она гневалась на Кришну. Бхагаван Си Кришна однажды отправился на небеса, чтобы принести цветок париджата, дерево париджата, точнее. Там прекрасные цветы растут на этом дереве. И вот этот париджат, он рос только на небесах. И эти цветы париджат, они остаются свежими долгое время и очень прекрасны. И вот Кришна отправился принести этот цветок с небес. И вот он принес это дерево цветочное и посадил около дома Рукмини. И Сатьябхама очень разгневалась, поскольку Кришна, он
предложил цветок этого Париджата Рукмини и Сати Баума, она Кани обиделась и очень разгневалась. И в то время была такая комната во дворце, специально для тех, кто гневался. То есть, если кто-то разгневался, мог зайти и запереться на несколько дней, и там переждать, пока этот гнев не пройдет. Такая комната гнева. И вот Сатьябама закрылась в такой комнате, не выходила несколько дней. Кришна думал, что сделать, решил ей тоже подарить этот цветок Париджата. И вот Сатьябама всегда гневалась из-за такой сильной любви к Кришне. Хотя это не Пракия Бхава, но все равно внутри Мадхурасы. Внутри Мадхурасы все эти расы, виды этой Мадхурасы, они все великолепны. Гададхар Пандит, его настроение всегда позитивно, а Джагадананда Пандит, его настроение чаще негативное, если не всегда. Я могу доказать это, Кришнадаска Вираджа с вами описывает очень прекрасно. И вот суть в том, Джагадананда Пандит, он Сатьябама, но в Чайтанья Чаритамрите и в Прамавиварте мы находим намек, как это все понять, то, что Махапрабху всегда он говорит этому Джагаднанде, что ты подобен Сатьябаме в Дваракалиле, а на что этот Джагадананда Пандит возмущается, что я хочу получить, обрести 100 Парадхарани, какая Дварака, зачем ты мне туда выгнал? Он возмущается, что его называют Сатьябама в какой-то Двараке, а он хочет обрести 100 Парадхарани. И вот Джагадананда сам сказал так. В Прамавиварте это описывается. И вот Гурупад Падма пишет, что может он Сатьябама. Может, в Гуралиле он очень хочет обрести лотосные 100 Парадхарани, поэтому говорит так. Я не могу сказать, что Кави Карнапура что-то неправильно подсчитал. Если Кави Карнапура Chaitanya Mahaprabhu giving in the mouth of Kobi Karnapura's small leg. The boy playing, Mahaprabhu taking his right leg and giving the right leg finger into the mouth of Kobi Karnapura. So how we can say Kobi Karnapura making mistake? Kobi Karnapura cannot. Кави Карнапура набрел милость Махапрабху в детском возрасте, поэтому он не может совершать ошибок. Как Кази, например, он был Камсой в Кришналиле. И сейчас этот Кази, он думает о лотосных стопах Господа, что это. Кази, он в прежней лиле был Камса, но в этой лиле как он развил такое огромное влечение к Верховному Господу. И вот это диалог между Кази и Гурангой Махапрабху во время эволюции Санкиртаны, когда Махапрабху со всеми преданными они собрались и пошли в дом этого Чанд Кази,
Если почитать их диалог, вы будете удивлены. И поэтому это может вполне случиться, что кто-то изменил свое восприятие и устремление. И вот Джагадананда Пандит Махапрабху говорит, что наш Гададхар Пандит, например, он всегда являет позитивные, такие, позитивные настроения. Валабхабхату также. Вот Валабхабхата, Валабхачарья, Махапрабху отправился в дом Валабхабхаты на том берегу реки Ганги, в Аллахабаде, это Арай, деревня называлась. Там Махапрабху пошел в их дом и принял прасад. Они совершили поклонение ему, омыли его стопы водой. И вот там Махапрабху встретился с чистым преданным, его звали. И вот его звали Рагхупати Упадхьяй, он был учеником Мадхавинда Пурипада. Махапрабху говорил о различных сиддханте. Я расскажу об этом дальше. Сегодня времени мало. Я хочу множество тем затронуть, но не успею. И вот там этот Валабхата был успешен в том, чтобы обрести милость Гуранги Махапрабху. Ну как, мы не знаем, как он, может что-то случилось. У меня нет права говорить об этом. Кто может обрести милость Гуранги? Как для такого человека можно развить ложное эго опять этому? Почему так случилось, я не знаю. И вот он хотел... И вот он не выразил должного почтения. В адрес Рупа Госвами Пада. И после этого он... И вот, ну, когда Махапрабху отругал его, то он изменил свое отношение. И вот он пришел и сказал, что хочет отредактировать его книгу, но редактирование нужно, когда там ошибки какие-то есть. Но когда это случилось, Махапрабху еще не получил посвящение от Ишвара Пурипады, но Махапрабху, он Верховный Господь, поэтому вопрос о получении дикши, он как бы глуп, с одной стороны. Однажды Ишвара Пурипада сказал, что я слышал, вы великий пандит. И вот он говорит, Махапрабху, я слышал, что вы великий пандит, можете ли вы отредактировать мою книгу, я написал ее, Кришна Лиламрита. Махапрабху засмеялся, что ты чистый преданный, все, что ты пишешь, Кришна примет это, и у меня нет права редактировать эту книгу. Сам Махапрабху сказал, чтобы дать нам пример, и когда еще Пурипад сказал, что я слышал, что великий пандит, можете ли вы проверить мою книгу, найти там ошибки, если они есть. Махапрабху засмеялся и сказал, что ты чистый, преданный и...
Бхагаван, Он всегда принимает твое чувство. И поэтому у меня нет права находить никаких недостатков в твоей книге. Он тот сказал, что если вы найдете все же какие-то ошибки, скажите мне об этом, это не ваше оскорбление, а я прошу. И Махапрабху, он пошутил, он прочитал его книгу и сказал, что здесь дату, корень какой-то неприменим. Махапрабху шутя так сказал и ушел. А еще Пурипад потом думал, что там вот от... Ну, какая-то грамматическая ошибка небольшая была. И таким образом Ишвар Пурипад пишет, и он думал, что же там. И потом он на следующий день встретился с Махапрабху и сказал, что вчера вы сказали там дату, это корень неприменим там. Я весь день думал и так и не нашел ошибки. Что же там еще поменять? Махапрабху улыбнулся и ушел. Это природа Бхагавана. Бхагавана хочет быть побежден преданными. Это его природа. Бхагаван хочет быть побежден своими преданными. Как он? Это природа, такая прекрасная природа Бхагавана. Как Садвайта Госвами, например. Я могу рассказать день Гуру Пурнимы, как Махапрабху был побежден Адвайта Госвами. Специально Махапрабху хотел быть побежден им. Это такие прекрасные отношения между Господом и его и преданными. И вот Валабхата, как Валабхата, он посмел сказать, что он будет редактировать книгу Живы Госвами. Живы Госвами Патон удивлен был, если есть вообще какие-то ошибки там. Ну, это отдельная тема, времени на нее нет, кратко будет. И вот Джива Госвами подспросил, что за ошибку вы нашли, что вы хотите ее детектировать. Тот спросил, а ты вообще кто? И таким образом, я не знаю, но после обретения милости, может, это такая лила, если я скажу, что Валабхата из-за своего ложного эго так сказал, я не знаю, может, это такая лила, как, например, вот какой-то драме, какие-то актеры принимают сторону каких-то демонов, какие-то стороны преданных, какие-то еще чью-то сторону. Это такая драма. Поэтому тут сложно что-то сказать. Может, это лила была по воле Господа, так произошло. И вот Валабхата в Нилачалдаме, он хотел всегда утвердиться сам. Но Махапрабху, он следовал с пути смирения, поэтому он не был им доволен. Если мы тоже не будем следовать пути смирения, то ничего не достигнем. Единственный ключ в царство любви — это смирение. И вот Валабхата, он всегда хотел как-то утвердиться перед Махапрабху и сказал, что написал комментарий Бхагаватам. Я не могу принять комментарии, написанные Шридас Свамипадом. Махапрабху был возмущен, что ты несешь. И вот он сказал такие слова, что женщина, которая не игнорирует своего мужа, она подобна проститутке.
И таким мы, если мы игнорируем комментарии предыдущих ачарьи, а пишем какую-то от себя тяну, то ничего хорошего в этом нет. Потом этот человек тоже заявил, что написал тут кучу комментариев к Кришнанаму. А Махапрабху сказал, что нет у меня времени все писанину твою изучать. Я знаю, что Нанданандана Кришну, Ишоданандана Кришну. Больше мне ничего не надо. И тот свою писанину прочел Гададхару, но Гададхар был такой мягкой личностью, не мог его как-то нагрубить ему. Он знал, что Махапрабху это не нравится, но ничего не сказал, поскольку он был-то очень смирен. Просто молчал, делал вид, что слушает, повторял харинам внутри сердца. Махапрабху, когда узнал об этом, что Гададхара слушал объяснение Кришнанама от этого человека, он явил лилу гнева перед Гададхаром, что ты выражаешь почтение этому человеку. Ты его преемник, когда Гададхара начал плакать. Что я могу сделать? Он пришел и читал, а выгнать его я не мог. И вот он посмотрел на Махапрабху, Гададхара. И Махапрабху, он засмеялся. Я хотел поиграть с тобой. Но ты очень просто сердечен, как Рукмини. Ты просто начал плакать. Шрила Прабхупад пишет комментарий, что как Рукмини, однажды Кришна, он подшутил над Рукмини, я говорил, во время Бхагават-катхи несколько лет назад. И вот Рукмини, Бхагаван Шри Кришна, он шутил с Рукмини. Рукмини, на самом деле, я не царь. Да, ты дочь великого царя. Ты должна жениться на более достойном кандидате. Должна оставить меня. Я не царский сын, просто какой-то нищий, нишкинчин. А у тебя множество достоинств. Ты дочь великого царя. Почему бы тебе не пойти и не жениться на ком-то более достойном? Я могу отпустить тебя. Рукмини начала плакать. Не просто плакать, она упала без сознания, слыша такие слова. Кришна сразу схватил ее, начал поливать водой. И Рукмини, она пришла в сознание, Бхагаван Шри Кришна засмеялся. Сказал, что я хотел подшутить, чтобы увидеть твою любовь ко мне. И я смог одурачить тебя, поскольку ты очень просто сердечно. Я не оставлю тебя, не беспокойся. И таким образом, такое же настроение Рукмини можно найти. То настроение Рукмини, то же самое настроение можно найти в Гададхара Пандите. Махапрабху когда шутил и ругал. Ах ты, Шишот, что ты последователь этого человека, слышишь его от себя тяну. Когда Валабхат читал свою книгу, а Гададхара Пандит, он думал о Махапрабху, что
что я могу сделать? Придет, пришел кто-то, читает вслух, а выгнать его не могу. И Махапрабху, он пошутил, что Гангадхар ничего не мог сказать, только плакал. И Махапрабху сказал, что ты купил меня своей простотой, своим простым сердцем. Видя твое простое сердце, я очень удивлен и доволен. И также то же самое практически. Но здесь позитивное настроение Гададхара Пандиту. Гададхара... В общем, у этих участников лилы позитивное настроение. Я несколько лет назад говорил о разных татвах, но что я имею в виду, что бава их бава, она позитивна, но Джагад Ананда Пандит, у него бава всегда негативна. Он все время спорит, борется с Махапрабху, возмущается, что делать. И вот такая борьба постоянно происходит между Махапрабху и Джагад Ананда Пандитом. Если какие-то проблемы, то Махапрабху зовет Джагад Ананда: «О, Джагад Ананда, приди сюда. Можешь ли ты совершить какое-то служение? Какое служение? Иди к Шачима». Махапрабху специально послал его. Иногда какие-то проблемы возникают, Джагад Ананда гневается, и Махапрабху находит решение: «О, Джагад Ананда, иди сюда, есть служение для тебя. Какое служение? Иди в Бенгал, встретиться с моей матерью Шачи». И вот он взял какой-то просад из храма Джаганатха и собрался идти. Махапрабху послал его: «Когда сегодня, завтра выходить?» Поскольку, смотрите, какова разница между материальным гневом и трансцендентным гневом. В чем же основная разница между таким негативным гневом и гневом, который положителен? И вот Джагад Ананда Пандит был готов, он взял просад, завернул в какую-то ткань и пошел в Бенгал, чтобы навестить его мать и заодно раздать просад преданным. И вот с радостью пошел исполнять это служение. И вот это признак преданный, что всегда радуется, когда какое-то служение выпадает, а непреданные огорчаются. Это главный признак обусловления души, что они не могут совершать какое-то служение, если совершают, то с какой-то неохотой. Они пытаются избежать служения, и в этом разница между чистым преданным и непреданными. И вот Джагад Ананда Пандит отправился в Бенгалу, чтобы раздать весь просад. Он взял, поговорил с Шачиматой, узнал, что она хочет передать Махапрабху, встретиться со всеми, раздал просад с Джаганатхапури. Сейчас кто-то может нанять машину и приехать. Но в то время пешком нужно было идти. Транспорт, если был транспорт, то только гужевой. Надо было идти сотни километров. Харибаджан, но не так просто, как кажется. Но в то же самое время очень просто и легок. So easy, so easy, that without Harivajan I don't like to do anything.
И без Харибаджана я не хочу ничего делать. Я не понимаю Харибаджана, но по милости Гурудева какое-то сознание пришло ко мне. Если кто-то пытается мне мешать, но я все равно понимаю, что Кришна Бхаджан — это мое сердце и душа. И вот Джаганатананда Пандит так отправился в Бенгал, и когда возвращался в Пури к Махапрабху, он взял с собой какое-то массажное масло, ну и какие-то преданные, не какие-то гостинцы. Махапрабху передавали, вот это все собрал. И также он где-то взял какое-то аюрведическое масло. Идея Джагатананды Пандита была в том, что Махапрабху всегда плачет. Может, какое-то такое аюрведическое масло поможет ему. Он думал, что души Махапрабху не в какой-то дисгармонии, поэтому нужно какие-то аюрведические эти масла ему использовать, чтобы здоровье его было получше. Вот он с такими мыслями взял это аюрведическое масло и понес в Пури. И вот если у нас нет баланса душ в организме, то болезни, как правило, приходят. И вот Джагатананда думал, что у него тоже так. Эти потоки души не в гармонии, поэтому если пойдет к какому-то аюрведическому доктору, закажет для него какое-то аюрведическое масло, то оно ему поможет. И вот он взял это масло и с огромной предосторожностью понес, чтобы Махапрабху мог мазать свою голову и успокоиться. Джагадананда не мог понять, что случилось. Он думал, что с Махапрабху что-то не в порядке. Вот с такими мыслями пошел нести это аюрведическое масло для Махапрабху, чтобы как-то помочь ему. И вроде ничего плохого в этом нет. И вот Джагадананда все эти 700 километров нес это масло. И вот он дошел до Пуршоттамы и предложил это масло Махапрабху. А Говинда был слуга Махапрабху. Вы слышали его имя? Вот Говинда служил Махапрабху день и ночь. И вот он отдал это масло Говинде. Сказал, чтобы тот его хранил и использовал для Махапрабху. Если он заболеет, то это, по идее, поможет. А Говинда однажды сказал Махапрабху, что «О, Прабху, вот тут Джагадананда принес какое-то прекрасное аюрведическое масло, и нужно использовать его для вас». И Махапрабху спросил, кто его дал, тот сказал Джагадананда. И вот, услышав имя Джагадананды, он стал очень убедителен, поскольку что-то не то случится, Джагадананда начнет поститься, попытается спрыгнуть в океан. И вот он сказал Джагадананде, что я саньяси, как я могу пользоваться этим маслом. Джагадананда все равно просил
И Махапрабху сказал, что там моста хорошо пахнет, и люди, видя меня, будут говорить, что я лицемерный саньяси, вроде веду отреченный уклад жизни, от меня пахнет таким дорогим маслом. Подумаю, что непонятно, чем занимаюсь, будут критиковать меня, поэтому не буду масло это применять. И он сказал, что это может попросить Джагадананду отдать это масло в храм Джагананда, чтобы они использовали его для лампад, для освещения храма. В то время электричества не было, и использовались такие масляные светильники. И вот Говинда попросил Джагадананду, чтобы пытался всячески Махапрабху предложить это масло, но Махапрабху разгневался, сказал, что он саньяси, не может это масло использовать, что лучше это масло отдать храму Джаганандха, пускай они используют его для освещения храма. Махапрабху сказал, что лучше применить этого масла, чтобы отдать его в храм Джаганатха, ты его нес издалека, и если оно будет использовано в служении Господу, то ты, несомненно, благо получишь. И от Джагадананды слышать эти слова очень разгивался. И вот потом Махапрабху сказал, что извини, но то масло, которое принес из Бенгала, я не могу его использовать. И Джагадананда сказал, кто вообще сказал, что я масло какое-то приносил, ничего не приносил, взял бутылку этого масла и разбил. И все это масло растеклось вокруг. И вот этот Джагадананда пошел, закрылся в комнате и не выходил. И вот Махапрабху подумал, что же делать теперь. Масло я не мог применять, но в то же самое время не хотел обидеть, разочаровать Джагадананду, что же делать. То есть Махапрабху не мог это масло использовать, и вот поэтому всячески пытался извиниться. А тут настаивал, что тут Махапрабху использовал это масло, и в общем Джагадананда разгневался и заперся в комнате, и 3 дня подряд он сидел в комнате, не было ни воды, ни еды. И Махапрабху, он думал, что же делать дальше. И Махапрабху, он пошел в эту комнату и сказал: «Джагадананда, комната закрыта, ты сидишь внутри». И Джагадананда не отвечал, просто гневался дальше. И вот Махапрабху несколько раз подходил, звал его, и потом сказал, что он Джагадананда, я пошел принимать омовение в океане. А когда я приду, я хочу принять просад с твоих рук. И тогда Джагадананда сразу выскочил из комнаты и начал готовить для Махапрабху. И Махапрабху понял, что единственное решение — это дать ему какое-то служение. И поэтому он сказал так, что вернется, будет голодный, хочет принять просад с его рук. И вот Махапрабху открыл, и вот тот сразу выскочил из комнаты, начал
что-то готовить. И Махапрабху, когда вернулся и начал есть прасад, и сказал: что очень прекрасный прасад. Когда ты зол, то твоя готовка очень прекрасна. Махапрабху подшутил так. И таким образом Махапрабху, он хотел найти решение. Главное сиддханта в том, то, что в материальном мире, если есть какой-то гнев, он какие-то проблемы нам приносит, если мы гневаемся на кого-то. И вот в материальном мире, если кто-то гневается, то такие люди, и вот если кто-то гневается на вас, то с вам служить не может никак. Может пытаться отомстить вам как-то, но служить никогда не будет, но в трансцендентном мире трансцендентная любовь, она настолько прекрасна, что мы не можем даже представить это за пределами человеческого понимания. Вы можете что-то попытаться представить, но не так просто. Это очень сладко и прекрасно. И таким образом Джагадананда, он вроде был очень гневен на Махапрабху, но не до такой степени. Он был гневен, поскольку Махапрабху не принял его служение от него. То есть тот принес масло, но Махапрабху никак не хотел применять это масло. Джагадананда был гневен только на то, что Махапрабху не принимал служение от него. Вишнуприя, она почему гневалась? Потому что Махапрабху не принимал служение от нее. Он танцевал всю ночь в Шивасангане, в доме Шиваса. Махапрабху всю ночь танцевал, совершал расалилу, санкиртан расу. Поскольку и у нее не было возможности совершать служение Гуранги, поэтому она гневалась. И вот их гнев, и гнев каких-то материальных людей, между этими видами гнева гигантская разница. Я не могу даже сказать, что разница подобна разнице между небесами и адом, нет. Это разница на бесконечное. И вот эта трансцендентная любовь, она настолько прекрасна. Махапрабху, он полностью, буквально продан такому Джагадананде. Махапрабху сам сказал это. Шичитани Чайтамрити, можно найти такие слова. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что Махапрабху продан Гададхар Пандиту. Махапрабху продан Джагадананда Пандиту, и Махапрабху продан Гададхар Пандиту или Дамодар Пандиту. И про него я могу рассказать на день Гуру Пурнимы. Это все связано с Гуралилой. И сейчас is one called turbulent current. Shh. Not only current. Turbulent means rotating, going down. Pulling. So the Prem Vivartha, so nice.
И вот Прамавиварта, она очень прекрасна. Но также есть какие-то там завихрения этой любви. И я хочу сказать вам, чтобы вы не забывали, помнили всю жизнь, жизнь за жизнью. И говорится, что если кто-то, он следует Прамавиварте, то, несомненно, он обретет Прама. Это одобрено и подтверждено. Те, кто следует Прамавиварте, они, несомненно, могут обрести Прама под руководством чистых Гуру Вайшнавов. И вот, если вы читаете, Прамавиварта, она может даровать вам Кришна Прему, которая очень труднодостижима для Брама и Шанкара. Можно вспомнить однажды, достаточно давно я сказал, можно вспомнить, и вот я говорил, что Нарутам Такура написал две книги киртанов Прартхана и Према Бхакти Чандрика, а наш Гуру Кишордас Бхабаджи Махарадж читал эту Прартхану и Према Бхакти Чандрику. Это только две таких маленьких книги. И вот наш Гуру Кишордас Бхабаджи Махарадж он эти две книги всегда держал с собой. И я могу гарантировать, сидя на Вьясасане, если вы поймете, или я пойму, это только эти две книги, Прартхану и Према Бхакти Чандрику, то нам больше ничего не нужно. Там описывается суть сочетания Бхагаваты, сочетания Чайтамриты и Шримад Бхагаватам. Понимаете, о чем я говорю? Эти книги уникальны. Просто следуя этим двум книгам, этого достаточно. Я могу бросить вызов, что вы, следуя им, можете достичь лотосных стоп Бхагавана. Но почему так не происходит? А потому что у нас нет должной веры. Хотя это гарантированный путь к успеху. Следовать Прартхане и Према Бхакти Чандрике. И что плохого здесь говорится вот так о Прартхане и Према Бхакти Чандрике. И если вы поймете Према Виварту, то вы достигнете успеха. И вот, когда бы, и вот сейчас я хочу дальше пройти, и вот, когда бы не возникали какие-то проблемы, эти проблемы постоянно возникают, вот случай, особенно с этим Джагадананды, всегда какая-то борьба происходит. Однажды Джагадананда думал, что мой Господь принял саньясу, спит на полу, очень похудел, кожа и кости остались. Я сделаю какой-то матрас для него, чтобы ему лучше спалось. И вот он сделал какой-то матрас и подушку предложил, дал это Говинде и сказал, что Махапрабху спит на полу, ему наверняка очень неудобно, вот хотя бы я принес, сделал для него матрас и подушку, пускай он их использует. И когда Джагадананда попросил Махапрабху через Говинду, и вот и как, когда Махапрабху, вот этот Джагадананда попросил Махапрабху использовать масло, которое тот принес с Бенгала, то Махапрабху сказал,
Вот это Джагатананда только масло принес, а может еще массажиста приведет. Я не для этого саньясу принимал. Ты скажи ему, что не для этого я саньясу принимал. И вот Джагадананда думал, что, по крайней мере, матрас-то он примет. То есть вот такая простая вещь, но когда Говинда сказал, что Махапрабху там почти не спал, а весь день совершил санкиртану, и вот Махапрабху, он удивился, кто такое принес. И Говинда сказал, что Джагадананда принес. И Махапрабху опять сказал, что не для этого и принимал саньясу, чтобы спать на мягком матрасе с мягкой подушкой. Не для этого я саньясу принимал. А перед тем, как сделать этот матрас, Джагадананда, вот эта ткань, из которой он делал этот матрас, он его покрасил шафрановый цвет, чтобы он был такого же цвета, как одежда Махапрабху. И вот Джагадананда думал, что примет наверняка этот матрас, ну, хотя бы такого же цвета, как его одежда. Но Махапрабху разгневался, сказал, что не для этого он саньясу принимал, чтобы использовать матрасы, подушки и прочее. И Махапрабху отверг его матрас, и Джагадананда крайне разгневался, что Махапрабху уже не мог с ним ничего сделать. И в итоге Свабгасай засмеялся, он знает все. Свабгасай попросил, сказал: «Пандит, слушай, я нашел решение. Как Прабху может принять твое служение? Смотри, что можно сделать. Ты можешь взять эти листья бананов, и вот потом Джагадананда сделал более простой матрас из каких-то сухих банановых листьев, ну такой совсем простой, и преданные попросили этого принять и хотя бы этот матрас, поскольку Джагадананда, он совсем разгневается, если его не принять, но все же Джагадананда был, не был достаточно доволен. Джагадананда, он попросил, взял разрешение у Махапрабху. You give me permission, I like to go to Vrindavan Darshan.
Mahaprabhu not giving permission. Because Mahaprabhu knew it very well. If one hour, no one touch. И вот Махарадж рассказывал, как Джагатананда просил разрешения у Махапрабху отправиться во Вриндаван, но Махапрабху не давал это разрешение. И он, поскольку знал, что Джагатананда не может и одного дня быть без Махапрабху, и будет очень горевать от разлуки с ним, и поэтому не позволял ему уходить. Но тот все-таки просил, и через достаточно долгое время Рамананда Свабхудамадара еще какие-то преданные попросили его отпустить все-таки во Вриндаван. Он тот отпустил, сказал хорошо. И в итоге и вот после многочисленных просьб он отпустил его во Вриндаван. Но не, как сказать, не без желания его отпускать, он его отпустил все-таки и сказал, чтобы... А вот когда в то время, как он позволил, получил разрешение уйти от Махапрабху, его сердце начало биться, предчувствуя разлуку. И Махапрабху дал ему наставление, что Джагатананда, ты идешь во Вриндаван, ты должен помнить, это мое наставление тебе. Ты можешь отправиться во Вриндаван, но сразу возвращайся, не находись там, поскольку ты не сможешь понять странности, странного поведения в Раджавасе. Поэтому лучше возвращайся назад как можно быстрее. И другое, каждую часть секунды ты должен находиться с Санатаном Гасаем. И вот Санатан Гасай, и вот Махапрабху говорит, каждую часть секунды ты должен находиться с Санатаной. Если совершаешь 84-крошную парикраму или получаешь даршан каких-либо божеств, принимаешь самовиние в Ямуне, куда бы ты ни шел, ты должен идти с Санатаной. Каждую часть секунды ты должен находиться с Санатаной. Ты не должен оставлять Санатану. Это моя просьба. И вот Джагатананда согласился вчера, я хотел прояснить это, и Махапрабху, когда дал наставление Джагатананде, Джагатананда не какой-то маленький ребенок, чтобы он постоянно находился рядом с Санатаной. Но почему он сказал, что не отходить ни на шаг от Санатаны? Есть цель в этом. И какова эта цель? Махапрабху хотел показать всем гаудиям, что Санатан, он из Самбандхагьяна Ачарья. Весь Дамадаршан, любой баджан без Самбандхагьяна Ачарья, он бесполезен. Я завтра более подробно буду говорить о той шлоке, с которой начал. И вот та шлока, с которой начал, я завтра объясню ее. И завтра более подробно расскажу о Дамма-таттве. Я покажу вам, как лила Джагатананды, насколько она прекрасна. Сансару синду тварани хидаям ядишад Шанкиртанам ритарасе рамате манусче Премахам будху вихарани ядичитта бирти Чайтанна чанда чаране курутану рагам Чайтанна чанда чаране курутану рагам Ванча калпатуросике пасинду бабу Патитана павана повишна бьюна.
So try to do bhajan, huh? You are doing parikram, everything. And in parikrama book, I can show you. Bhaktivinoda Thakur writing. Even in Kartik mass, you can do parikrama. Мы должны совершать баджаны. Бхактивинода Тхакур говорит, что совершать парикраму мы должны даже в Картик Мас. Совершение парикрамы